Всем привет, с вами канал Evil TV, и сегодня мы будем открывать драфтовые сундуки. Первый аккаунт — это аккаунт Данила7682. Поехали. Золото. Так, рекруты или миньон? Давайте возьмем рекрутов. Так, мортира или эти скелеты воздушные? Давайте мортиру. 50 рарок. Давайте возьмем Пеку. И давайте возьмем, раз он не качает вышибалу, возьмем Принца. Так, вот тут такая вот магическая вещь. 4013, прикольно. Так, давайте еще сундучки пооткрываем. Так, что там за специальное предложение? Эпический сундук, я думаю, он будет не прочь. Ну и все, переходим к следующему аккаунту. Продолжаем открытие. Второй аккаунт нам предоставил игрок под ником Фокс. Открываем. Золото. Банда гоблинов. Подробный. Фок. И нам попадает. Давайте возьмем вышибалу. К сожалению, опять нам ляди не выпало, может быть, в следующий раз повезет. 466. Так, сейчас мы еще все вот это забираем, может быть, даже да, магически. А, нет. Блин, жалко, не хватает денег. Итак, переходим к следующему игроку и к следующему. Так, это аккаунт подписчика, и на этом аккаунте в первый раз драфтовый сундук. И дали мне его открыть. Это аккаунт Ани. Вот. Давайте открывать его. Золото. Королевские рекруты. Он нам, походу, лего выпадет. Е-бой. The beach and fucking shit. Так, давайте выберем полоску с пушкой. И лего наша. Очень круто, то, что нам хотя бы одна лего выпала. Магический лучник или шахтер? Блин, ну магический такой себе, но он все-таки новый, давайте его возьмем. Так, 4.25 и все, 4.13. Так, сейчас мы тут посмотрим, что тут еще есть, бесплатненький. Так, что там, специально. Так, опять легендарный. О, легендарный мы еще откроем, отлично. Очень круто. Прям совпало прям, с драфтовым еще легендарный. Итак, в легендарном нам выпадает... Призрак. Второй. Ну ничего, я надеюсь. Не обидится хозяина. Все, переходим к последнему аккаунту. Итак, а мой аккаунт. А я апнул 4 кубка максимум был у меня. Я думаю, это будет что-то даже получше. Или хуже, не знаю. Так. Золото 3000 уже дают, это уже так больше. Так, 60 мне это радует, если сейчас будет много всего, то будет лего. Так, банда гоблинов. Блин, 20 уже, наверное, не выпадет. Да, хотя, не знаю. Давайте возьмем хижину. Так, к сожалению, ничего не выпадает, давайте возьмем таран. И 15 эльфов тоже фигня, эти молния. Все, вот такое вот открытие сундуков у нас получилось. 476. Ну это, в принципе, нормально. Так, мы еще тут сундучки открываем. Все вот эти сундучки. Так, сундук с молнией. Так, сейчас, может, выполним, откроем тоже. 10 денег еще. Так, короче, сейчас быстренько набью и еще и сундук с молнией. Сейчас я вот, короче, набил и открою сундук с молнией. Может быть, интересненько будет. Лег, конечно, не выпадет, ну просто посмотрю, что будет. Так, мы сейчас, наверное, заменим обычную, да. Так, шагала. Ну, просто так по приколу заменим, может, интересно там будет. Скелетик, ну, как раз скелетик будет положить. И следующий будет легендарный сундук. Ну все, с вами был канал Evil TV. Подписывайтесь на него, ставьте лайки.